Внимание, внимание, говорит Красная Москва. Передаем важное сообщение Патриотического фронта. Красная Москва салютует жителям Крыма, которые 16 марта 2014 года проголосовали на референдуме за присоединение полуострова к России. Вся наша страна выражает полную поддержку единогласного решения крымчан. Историческая справедливость восстановлена. Сегодня Патриотический фронт «Красная Москва» требует от властей Российской Федерации назначить дату 16 марта 2014 года государственным праздником, днем воссоединения Крыма с Россией.